Начальник отдела госконтроля, лицензирования регионального департамента экономического развития и торговли попался на взятки. В среду вечером в своем кабинете он получил от некого предпринимателя 416 тысяч рублей. За эти деньги чиновник обещал оказать содействие в получении лицензии на осуществление тремя коммерческими организациями заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. Злоумышленник был задержан на месте преступления сотрудниками ФСБ. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело.